По своей сути, прыщ – это воспаление сальной железы. В норме она окружает волосяной фолликул и выделяет маслянистую жидкость – кожное сало, которое смазывает поверхность кожи и является нашим собственным натуральным кремом, лучше которого нет. Но все меняется, когда начинается подростковый период. И у мальчиков, и у девочек в это время возникает относительный избыток мужских половых гормонов – андрогенов. Они заставляют сальную железу вырабатывать повышенное количество кожного сала. Именно в нем и начинают размножаться бактерии, для которых сало – это питательная среда. Так возникает воспаление. Кроме того, в этот период количество ороговевших чешуек на коже лица резко возрастает. Они закрывают проток сальной железы. В результате воспаленная, разбухшая сальная железа с закрытым протоком вылезает на вашем лице в виде противного прыща. Еще раз напомним вам о причинах появления прыщей. Это относительное повышение андрогенов мужских половых гормонов, повышение выработки кожного сала, микробное воспаление и повышенное ороговение кожи, приводящее к закрытию протока сальной железы.